На территории Ульяновской области федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы успешно реализуется. Развитие и эксплуатацию сети цифрового наземного эфирного телевидения осуществляет филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр. Вчера ответственные за переход на цифру и губернатор проверили готовность ульяновских ретрансляторов. В 2013 году была развернута сеть ОРТПЦ и были установлены базовые станции для приема цифрового сигнала. В связи с этим 96,6% у нас в 2014 году уже могли смотреть первый мультиплекс. Второй мультиплекс стали смотреть в 2016 году, город Ульяновск и город Димитровград. И начиная вот с осени этого года, второй мультиплекс у нас смотрит все муниципальные образования нашего региона. Переход на цифровое вещание не способ заставить купить новое оборудование. Это необходимость. И дело тут даже не в возрастающем качестве. Прогресс остановить невозможно. Аналоговые частоты, вообще в принципе радиочастоты, это так же, как любой ресурс, он конечен. Их просто стало не хватать. Поэтому возникла необходимость в введении нового цифрового формата, который позволяет на одной аналоговой частоте уместить до 10 программ. Плюсы такого перехода несомненны. Если ранее в селах региона только счастливые обладатели спутниковых антенн могли рассчитывать на качественное телевизионное разнообразие, то теперь бесплатный доступ к 20 каналам теоретически получат все. Но нюансы есть. По-прежнему остаются населенные пункты, находящиеся в радиотени. Выход для них – позвонить на бесплатную федеральную горячую линию в ГУП РТРС по телефону 8 800 220 2002. Или связаться через порталы РТС РФ и «Смотри цифру РФ». Кроме того, по поручению Сергея Морозова, отделениями социальной защиты населения готовятся списки семей, нуждающихся в помощи для приобретения необходимого оборудования, а также где будет необходимо для подключения спутникового телевидения. Задача заключается в том, чтобы ни один человек, ни одна семья не оказались не обеспечены тем вниманием, той помощью, которая, в общем-то, предписывается в рамках реализации нашего проекта. Работы по строительству и вводу в эксплуатацию первого мультиплекса РТРС-1 и второго мультиплекса РТРС-2 завершены в полном объеме. Сеть ЦТВ в Ульяновской области построена. Она включает 26 передающих станций. Все каналы транслируются, РТРС в свободном доступе, без кодирования и без взимания с телезрителей абонентской платы за просмотр. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.